Привет всем, немного хочу затронуть тему инвестиций. Люди спрашивали, вот куда я инвестирую, куда можно инвестировать вот небольшую часть денег. Я вот инвестировал в омскую компанию по ходу Open.ru, гипермаркет аренды недвижимости. Вот недавно они мне прислали документы. Здесь как-то у них две компании, открытый дом, копи-купи. Вот, прислали все документы, все заверено, с печатями, с подписями. Так что, может быть, в будущем сделаю детальный обзор на этот проект. Я инвестировал в этот проект 15 тысяч рублей. Вот, являюсь совладельцем проекта. Есть там у меня определенная доля в этой компании. Так что, кому интересно, ссылку оставлю в описании. Всем привет! Сегодня я для вас прокомментирую свою торговлю с Бинома. Люди спрашивали, торгую ли я еще на Бинома. Да, торгую, но очень редко подторговываю. Итак, сейчас записал для вас видео с криптоиндекса. Итак, смотрите. Заключила сделку на повышение. Что у нас здесь за ситуация? Здесь у нас восходящий тренд. Отличный скальпинг. То есть в нижних точках ловим на повышение. Видите, было затухание, и тренд потихонечку идет на повышение. Вот, нарисовал для вас луч. Эта сделка у нас не заходит. Мало времени было на разворот, на то, что тренд пойдет выше. Вот, опять в нижней точке я заключаю на повышение. Ничего сложного нету, ничего сложного не нужно придумывать. Все уже давно придумано. Есть восходящий тренд. В просадках мы ставим на повышение. Все понятно, все просто. Здесь не нужно нам никаких свеч. Мы торгуем, еще раз повторяю, на минуте. Неважно, где ты торгуешь. На минуте, на 5, на час, на день. Здесь свечи нам не нужны. Я не анализирую график на дневном таймфрейме, на часовом. Здесь нам важно ловить вот такие вот моменты, как вот сейчас я словил. Так. Здесь продолжается у нас восходящий тренд. Но здесь сделки не зайдут, потому что немного мало времени. Вот, видите, все-таки советую вам, если восходящий тренд, всегда лучше заключать на повышение в нижних точках. Ну вот, я ловлю отскок. Здесь произойдет просадка. И вот она происходит, эта просадка. Но здесь немного мне не хватило времени, чтобы эта просадка хорошо зашла. Видите, минуты здесь было мало, график дальше опустится, но зашли только верхние сделки. То есть, если вы новичок, советую вам лучше всего на восходящем тренде торгуйте только на повышение от нижних точек. Только от нижних точек, не вздумайте же ставить на самых верхних на повышение. Еще раз говорю, не путайте. Вот, заключил две сделки на понижение. Не путайте Форекс и бинарные опционы. Здесь все по-другому. Вот напрягают люди с этими стереотипами, что вот нужно кучу индикаторов, открыть 20 метатрейдеров и там все следить. Смысл? Если вы видите, вот, просадочка, мы опять заключаем на повышение. Работают старые проверенные модели. Идет тренд. Что здесь еще анализировать? Идет тренд, и мы заключаем сделки на повышение. Ну, конечно же, главное вовремя зайти в этот тренд, вовремя выйти. Видите, все работает отлично, произошел пробой. График на просадке немного задержался, и мы заключаем сделки на повышение. Вы видите всю мою историю торговли, вы видите, как я торгую, вы видите, я вам показываю в конце всегда сделки. Если это работает, вот зачем писать какие-то глупые комментарии, если это все реально работает. Работает, вы видите на моем примере, вы видите мои сделки. Здесь все отлично. Итак, смотрите, сейчас произойдет интересная ситуация. Здесь я опять жду просадки, чтобы заключить на понижение. Вот, начинается наша просадка, заключаю сделки. Но видите, график продолжает двигаться дальше. Здесь ни в коем случае не нужно заключать сделки на повышение. Здесь нам нужно дождаться разворота. Вот я увеличиваю сделку на 200 евро. Жду разворота.
Вот, пошел наш разворот, и я быстро успеваю заключить сделки на повышение. Вот в таких вот моментах, особенно новички, теряют весь депозит. График идет вниз, они заключают на повышение, график падает, или даже если они неудачно ловят таймфрейм. То есть график пошел на повышение, но через 2 минуты, а на минуту не успели. Вот такая вот торговля получилась. Заработали 1000 евро. Все просто, все работает. Всем спасибо за просмотр, всем удачной торговли, всем пока.